Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Вы думаете, что бы это было 8 марта с цифрой 8, правда? А это печеночный торт. Вы сразу сдали все явки. Ну, надо было загадку загадать. Из чего тортик? Из чего тортик? Из печенки. Это у нас есть женщина из Средней Азии, выпускница. И она вот... Что-то он так... Его надо открыть. А, открыть надо, сори. Да, тут есть замочки. Тут есть замочки. Да. Тортик из печенки. Ну вот, друзья, я уж как могу приближаю. Этот торт мы приближали как могли. Мы его еще и порежем, тоже покажем. А тут какой-то травка. Сейчас я попробую понюхать. Сверху надвигаюсь. А, ну, пока так не чувствую. Значит, тут у нас... Ну, это просто курица. Тут курица, и никого не удивишь. А к этому торту нам еще помидорчиков принесли. Говорят, что вот надо печеночный торт с помидорчиками. София, раздевайте эту тарелку. Что это за тарелка такая? Так, картошечка. Картошечка? Да. А что же она так странно скалоп выглядит? Со скалопа. Скалоп потерялся, это картошка, запеченная в молоке и в яйце. Да. В яйце или в... Смотрите, как красиво. В молоке и в яйце. Понял. Ну, там он даже сырок сверху, да? Да, и все. Явно так, с сыром. Все, да. Режем. У нас еще много сладкого, но это потом. Так я режу эту штуку? Режем. Режем. Так, 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 так. Ну, прям как по маслу. Хорошо идет, да? Хорошо идет. Так, давайте еще. Да. Я просто хочу показать его на срез. Да, на срезе. А вы какими маленькими кусочками? Ну, знали бы вы, Анна Леонидовна, что такое была печенка при коммунистах? Знаем. Знаете? Леночка, расскажите. Так, Елена. Деликатес. Вы где жили? Новосибирск. В Новосибирске. Как в Новосибирске с печенкой было при коммунистах? Плохо. Но был рынок, то есть если что-то нужно купить, шли на рынок, покупали. Вот так даже. Потому что в Москве рынок был такой дорогой, что там люди не питались. Ну, дорогой был, да. Ну, мы ели мало, но качественно. Ну, качественно. София, смотрите, где брали печенку одесситы? На базаре. Коммунистах. На базаре. Так. Либо же они ездили к мясокомбинату и там... Вот так краденое выносили люди, краденое на животах, так, и где угодно, и там покупали. Так, то есть мы покупали вот у людей, выносивших на животах, не жалея живота своего, друзья. Ну, это такой деликатес, это был такой деликатес. Говяжью печеночку вы имеете. Обычно только на дни рождения, но, потому что она была дорогая. Жанночка, где брали печенку там, где ты жила при коммунистах? При коммунистах на базаре брали говяжью печенку, и это действительно был большой деликатес. Дорого а вот было? Куриную печенку мне приносил муж. На мясокомбинате работал? Нет, у него были рабочие в цеху, у них жены работали где-то, вот где-то работали, то ли в ресторанах, то ли в магазинах. Понял. И он мне приносил блок куриной печенки, а там печеночки эти все да, были. Да, да, да. Вот в таком блоке. Мороженое, что ли? Мороженое. Понял. Да. Хорошо. Так, Инга. Друзья, вы еще Ингу у нас не видели. Здравствуйте. Да, значит, Инга, откуда родом? Родилась на Урале, Уфа, Башкирия. Так. А потом переехала в Харьков. Так. Из Харькова попала сюда, в Сан-Франциско. А можешь вот так, как в Харькове говорят, там шо? А шо? Тю. Да могу. Могу. Значит, как в Харькове было с печенкой при коммунистах? А вот при коммунистах не знаю, потому что при коммунистах, когда я ездила в гости к своей тете и двоюродной сестре, я возила им сливочное масло и сыр. Откуда возила? Из Уфы. А уж где мама доставала там по каким-то своим каналам, потому что у нас тоже с маслом и сыром было. В Харьков-то когда попала? А в Харьков я попала уже взрослая, у меня уже сыновья был. Уже без коммунистов? Уже без коммунистов, после развала Союза. Понял. Так, друзья, открывается коньячок. От коньячок на нем написано «Туркмен». Это нам, друзья, из Туркмении коньячок-то. Это не просто так. Хотя бутылка вот такая, похожая на то, что у нас тут происходит. Картошечка пошла в ход, тортик пошел в ход. А вот мне, друзья, положили и картошечки, и вот и тортика, и еще никто не... Нет, курочку уже, некоторые уже и с курочкой тоже. Друзья, у нас тут Анна Леонидовна, которая любит на нашем канале, которая говорят, что мы ее недопоказываем. Как, Анечка, вышел
печеночный тортик. Очень хорошо получился. Нежный, правда? Очень хорошо. Нежный, не жирный, очень вкусный. А вот теперь пошли, ой, пошли сладости, друзья. Это коньячок. Не сладкий, но очень хороший. Киргизы это... делают совсем неплохо. Да, друзья, кто не хочет, это туркмены, видимо, не киргизы. Так, у киргизов отдельно есть. За киргизов значит, обидно. Да, это вот тут тортик. Знаете, поскольку 8 марта, так люди несут, знаете, от чистого сердца. Так, уберите, пожалуйста, тут да, нашему педагогу, она сейчас урок ведет. Нет, да еще что-то было, ребята. Еще что-то конфеты было? Конфеты хотите, Мир? Из сладкого. Макароны уже съели. Макароны есть еще. А, это был печеночный торт, но да. Печеночный, все, сори. А, так, Анечка, что вы режете, скажите просто? Я не знаю, это нам тоже принесли. Шарлот, может быть, само не окажется, что он мясной какой-то? Это банана что-то. Это банана. Банановый хлеб. Банановый хлеб. Ну, уже прямо, знаете, даже... Я бы сказал, как-то не терпится. Вот такое одно слово. Просто одним словом скажу. Не терпится. Попробовать. Так. Старинный африканский рецепт. Да. Инга. Да. Скажите, в Киеве вы, или в Харькове, я извиняюсь, вы какие делали торты? Вообще приходилось вам делать торты? В Киеве я делала, я покупала в Киеве на Крещатике киевский торт. Так, так, а в Харькове? Так. А в Харькове есть потрясающая фабрика, там она очень славится вафельными тортами. Да вы что? Да. Шоколадно-вафельными? А кто? Ну? И они очень вкусные, я как-нибудь принесу вам. Тю! Тю! Да. Так и шо? А да. Что вы хотели? Принесу попробовать, вот тогда и снимите. Подожди, вы с Ромой-то где познакомились? Здесь. А, в Америке уже. Угу. Значит, да. У нас был много-много лет назад студент Рома. И вот, значит, Инга с ним тут познакомилась. А он у меня учился в 95-м или 6-м году. Вот так. Ну, тесен мир. В 96-м, да. Шестом, наверное, шестом. Миш, так. А мой сын у вас учился... Вообще... София, вы, у вас сын учился, Жанна вообще у нас сама училась в году в 96-м. Да. Да. Когда еще... ему было 18 лет, сейчас ему 40. Жанна, 22 года назад. 96-м, может, я и ровно. А Жанна, так еще и по-английски не говорила. Практически нет. Вот. Многие люди, Жанна, должен сказать, с тех пор так и не научились. А мы все-таки прорвались. Да. Так, Анечка, да. Давайте, солнышко... Это покажем, вот. Что... Да, наши зрители, что это же я их просто развлекаю, а они же ждут, что там, бананово... Там оп, хотим банан. Оп, что там хотим чего-то. Подразвалился. Бананово-лимонном Сингапуре, но у нас, можно сказать, бананово-лимонном Лос-Алтосе. Так, ананас. Анчер, мы чай сможем сделать? Ананас, изюм, банан. Там куча да. Всего. Хочется из Вертинского вот про этот кейк сказать. В последний раз я видел вас так близко. В пролете улицы умчало вас авто. А этот торт, друзья, принесла девушка, которую вчера взяли на работу. Взяли ее на работу наши же выпускники, которые приходили интервьюировать. И вы, не говорим. Это была наша выпускница, лет, наверное, 7-8 назад выпускалась. Адвокатом была. А сейчас вот, видите, QA-директор. Вот такие они адвокаты белорусские. Очень красиво, очень, ребята. А вкусно? Вкус специфический. Так вот, девушка на радостях. Подожди, а у нас и муж ведь ее учился, да? Да. А муж что делает? О, работает хорошо. Тоже работает. Очень хорошо. Ребята, на две зарплаты. Вы знаете, как они с тортиком-то. Вот так ушки. Путевка в жизнь. Знаете, мне это напоминает, София, функцию. Ты ей на вход подаешь аргументы, а она тебе обратно что-то возвращает. Да. Так вот аргументами являются главное, адвокаты. Главное, чтобы функция была правильно реализована. Нет, но понимаете, функция, то есть студент, мы ему подаем аргументы, мы ему даем знания, там интерншипы, там коннекшн всякие, а он нам бах и кейк принес. Ну и плюс тюишн, конечно. Ну что же, друзья, правда всегда пробьет дорогу. Торты хорошие оба. Вот, и домашний, и вот этот вот фирменный. София, да. Вы в Международный женский день. Вообще, скажите нам что-нибудь, что у нас с джоб-маркетом нынче, в смысле интерншипов? Ну, мне кажется, с интерншипами у нас все окей.
Но вот тенденции, вот я просто ребятам рассказываю, что и до интерншипов докатилось вот это вот, что грин-карту хотят. Ну, некоторые компании, но их немного. То есть не массово? Не массово. Мне кажется, что хотят это очень маленькие стартапы, которые все-таки боятся, чтобы их наказали. Ага, прищучили. Да, но компании, которые побольше, вот эта Ума, да, она у меня все время берет людей и не спрашивает. Угу. И более такие большие компании, они как-то... С ними проще. С ними проще, потому что у них там настоящий human resource. Это же дискриминация получается, это совершенно противозаконно все. И очень многие люди от этого страдают, потому что они же не знали, что их это ждет. Да. В принципе, если человек грамотный, вот у нас недавно парень один, он был где-то в августе закончил школу, был в интерншипе, 3 месяца потом его взяли, сейчас он нашел работу. Он 5 месяцев в итоге с интерншипом, да, он там 5 месяцев провел. Да, трудно в это поверить, конечно, но он нашел работу на очень большие деньги. Я, честно говоря... Но его взяли типа создать команду, то есть там у них нет QA. Да, взяли. При этом у него раз никакой грин-карты нет. Да, и он мне сказал, он говорит: София, вы знаете, у меня иди. Угу. То есть, если ты действительно знаешь, если тебе есть чем стрелять и себя продать есть... То на этом, может быть, даже и закроют глаза, даже если и не берутся. То есть, скажем так, какие-то ограничения появились. Да, но знание – это главный козырь. Так что, друзья, хочешь работать – знай. Учись. Да. Не валяй дурака. Давайте на этом светлом, так сказать, месте давайте мы всем помашем ручкой и скажем: с 8 марта, с праздником. 8 марта. Жанночка, а ты что сидишь? С праздником, вот, девушки. Да. Вот. А то ты что, ты тоже в кадре, ты, может быть, не догадывалась, но ты тоже в кадре все это время. Боже, что ж я жевала все время? Жанна, ты очень красиво жевала. Ой, я была уверена, что там. Миш, закройте, я вам что-то